20. oktober. U Beogradu je gost Igor Panarin, koordinator ODKB-a, organizacije za kolektivnu bezbednost. Pričamo, postoje jako dugo predavanja koje Igor Panarin održao u Ruskom domu u Beogradu i želimo za one koji ništa ne znaju o tome šta je ODKB, da pitamo Igore, šta je ODKB? Kažite nam najkraće moguće. Это организация договора коллективной безопасности, которая включает 6 стран. Это Армения, Россия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Беларусь. То есть организация за коллективную безопасность, которая включает в себя 6 держав. Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Кроме того, 3 страны, это Сербия, Афганистан, входят в парламентскую ассамблею ОДКБ. Osim toga, još tri države, između kojih je Srbija i Afganistan, oni su, imaju status posmatrača. Основная задача ОДКБ – обеспечение безопасности от внешней военной, прежде всего, агрессии государств, не входящих. Основная задача ОДКБ есть защита членица этой организации от спорных неприятеля. Кроме того, ОДКБ осуществляет функцию борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Osim toga, ОДКБ ostvaruje funkciju zaštite svoje granice vezano za trafik droge iz Afganistana. Zanimajte se likvidacijom čezvečajnih proizvesti i stihijnih bitstvi. Bavi se likvidacijom posljedica nevremena i nekih čezvečajnih situacija. Vidjet borbu s nelegalnim imigracijama. Vodi borbu s nelegalnim imigracijama. I provedenje операции «Прокси» для противодействия экстремизму и криминалу в информационной среде. А также она занимается специальным операцией, которая носит название «Прокси» и обращается в систему информационного тржишта, значит, бавится криминалом и терроризмом в области информационных технологий. Генеральный секретарь организации уже 12 лет Николай Николаевич Бартюша. Генеральный секретарь этой организации ОДКБ есть Александр Бартюша. Николай Бартюша. Dobro, vi ste došli u Beograd i danas i sutra održat ćete nekoliko predavanja i seminara. Kažite nam šta će to značiti, dakle, o čemu će govoriti seminari i da li će ljudi kojih je bilo danas ovde puna sala, da li će oni moći da nastave to usavršavanje, jer sam pročitala na sajtu da će nastavak tih predavanja da se održava kasnije i u San Petersburgu i u Jerevanu i tako dalje. Kažite nam nešto, dakle, o vašem planu u Beogradu. Прежде всего, молодежная школа началась именно в Белграде. Первое, это очень важно. Наш план довести до молодежи, а было более 200 человек, до максимально широкого круга сербской студенческой, прежде всего, молодежи. Мне очень нравится, что первая школа в окрире ОДКБ одержана баш на день освобождения Белграда в Белграду. На ovom skupu bi bilo prisutno preko 200 mladih ljudi i nama je drago da je što veći broj srpske omladine će se upoznati sa radom ODKB i da je eventualno uključi se u njezin dalji rad. Докладчики рассказали о проблемах военно-политической безопасности, информационной безопасности, гуманитарной безопасности, противодействию стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям. Говорницы, изладачи говорили о информационной безбедности, глобальной безбедности, безбедности в смысле ванредной ситуации. Рассмотрели влияние борьбы с терроризмом на территории Сирии, на Европейский Союз и Сербию. Было рассмотрено питание борьбы с терроризмом у Сирии и у Сербии. И мне кажется, что то, что полтора часа задавали молодые политологи вопросы, говорит об интересе сербской молодежи. И чинится, да, что преко сат и по было питание из салы, связано за предавание, за тему предавания, то ведь само о себе говорит.
Мы дальше планируем в ноябре, 17 ноября, провести такую школу на базе Ереванского государственного университета в Армении. 17 ноября мы планируем да наставим овакой школы, и следующая школа будет на базе Державного университета Армении в городе Ереван 17 ноября. В марте в Бишкеке, в столице Киргизии. В марте такая школа будет в главном городе Киргизии, Бишкеку. В апреле в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного университета. В апреле будет быть школа на базе Санкт-Петербургского державного университета в городе Санкт-Петербург. А затем в столице Таджикистана Душанбе. И после того в главном городе Душанбе, главном городе Таджикистана. И надеемся, что 20 ноября 2016 года вновь встретимся. 20 октября 2016 года вновь встретимся в Белграде. И я се надам да ће 20 октября 2016 года ми ћемо исто се сустрети у Београду. Ја се такође надам и желим вам добро дошли у Србију. И идуће године ми посејам да ће интересовање не само младих, него и свих осталих Срба бити још веће за оно што ОДКБ ради. За крај, реците ми, молим вас, нешто што нас највише занима, što pratimo veoma pomno, to su događaji u Siriji. Mi smo uvek na strani dobra i protiv zla. Kažite, kakve su vaše predviđenja, kako će se završiti sukob koji je počeo u Siriji? Ну, я думаю, что успехи российских летчиков и моряков, которые запустили 26 крылатых ракет, уже даже за 3 недели военной операции против террористов ИГИЛ беспрецедентно. Я смотрю, да, что наши успехи, значит, запуск 26 баллистических ракет наших морнара и офицера, которые данас в Сирии, говорят сами за себе и нема преседана. Совершено около 800 боевых вылетов. Уродено, например, 800 летов. Уничтожено только 120 лагерей подготовки террористов. Уничтожено примерно 120 логовов приправы террориста. Около 70 складов с боеприпасами. Примерно 70 складища с амуницией. 80 командных пунктов управления. Примерно 80 командных точек. Около 150 укрепленных районов огневых позиций. Значит, примерно 150 позиций, ушедших позиций террористов. И 25 бункеров, в которых находилось от 100 до 200 террористов. И примерно 25 бункеров, в которых налазило яко великий брой террористов. Эти бункеры были глубоко под землей. Эти бункеры налазили глубоко из-под земли. Но Россия применила новейшие истребители бомбардировки Су-34. Але Русия користила наимодерние русские бомбардеры Су-34. Которые применили специальные бетонопробивающие бомбы. Которые користили специальную антибетонскую амуницию. При попадании всех, кто там находился, и эксплозиям те антибетонские бомбы, все, которые находились в этом бункере, были уничтожены. В целом потери террористов примерно около 15 тысяч убитых на сегодняшний день. На данный день террористы изгубили примерно 15 тысяч у людства. Это примерно около 25%. То є негде около 25% от укупного броя террористов, которые данас ратуют за ИГИЛ. Около 15 тысяч дезертировали из рядов террористов. Преко 15 тысяч террористов дезертировали, напустили войско. И я надеюсь, что в течение 2 месяцев операция будет завершена. Я все искренне надеюсь, да, у року 2 месяца операция будет завершена успешно. И мы все надамо. Hvala vam puno, Igor Kornari, na ovom razgovoru i hvala našoj ruskoj srpkinji ili srpskoj ruskinji Marini Galagoži koja nam je pomogla da se bolje razumemo. Spasibo, do svidanja.